Ну а сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы приступаем таки ко второй части Splatterhouse 3D, или как она еще называется, Return to Splatterhouse 3D. Для тех, кто не знает, что это такое и о чем идет речь, советую вначале ознакомиться с первой частью. А для тех, кто знает, скажу, что это также фанатский мод, геймплейно мало чем отличающийся от первой, но уже по мотивам второй части. Признаюсь, что вторая мне понравилась все же больше. Более разнообразные локации, добавлены новые враги и монстры, да и воплотили очень грамотно. Некоторые уровни так вообще отлично узнаются. И плюс ко всему, вторая часть намного сложнее первой. Да, первая часть тоже не сказать чтобы легкая, но вторая все же намного сложнее. Тут и постоянно респаунишься монстры, которые любят подкрадываться сзади, и локации пообъемнее, длиннее, и некоторые представляют тот еще лабиринт, да и врагов намного больше, чем в первой. В конце так вообще происходит лютое месиво. Ну да ладно, не буду много разглагольствовать, а пожалуй перейдем сразу к делу. И да, заранее хочу предупредить, что по завершению игры в конце будет кое-какая важная информация касательно Splatterhouse 2010. Ну а теперь приступим к самому прохождению.
Yes.
We'll be right back.
We'll be right back.
Ha ha ha!
Ну и как обещал, небольшая информация касательно Splatterhouse 2010. Так как больше 3D частей, к сожалению, нету, да, очень интересно было бы взглянуть, как выглядела бы третья часть 3D, но увы. Поэтому с 3D покончено. И хотел бы сейчас уделить время тому, о чем меня долго и упорно просили. Да-да, дневнику доктора Генри Уэста. Напоминаю, что Splatterhouse 2010 полностью пройден, со сбором всех фоток Дженни. Но вот дневник я тогда так и не залил. С того момента прошло уже очень много времени, и вот довольно много людей изредка мне пишут то в личку, то в группу, то на сам YouTube с просьбой залить этот злосчастный дневник. Поэтому я попросту не могу этого не сделать. Чисто для галочки хотел бы сказать, что для того, чтобы ее полностью открыть, нужно пройти игру дважды на средней и на самой высокой сложности, пройти все ретро-части и арены выживания. Дважды игру я уже прошел, включая самую высокую сложность, ретро-трилогию тоже, остались лишь арены выживания. Так вот, хотел бы узнать, будет ли кому интересно увидеть их? Потому как я тогда тоже отказался от них, за что опять же было недовольство, и меня просили неоднократно опубликовать и их. Поэтому если кому интересно будет посмотреть на мясные арены спустя столько лет после прохождения самой игры, то отписывайте в комментарии. В скором времени буду приступать и к ним, поэтому мог бы заодно и их записать. А на этом у меня все, с вами был Чапаев, всем удачи и до новых встреч!